Ледниковый период – так назвали ежедневный мониторинг очистки крыш от наледи и сосулек в Московской области. Проверки проводит Госжилинспекция Подмосковья в связи с потеплением и снегопадами. Проходят они в соответствии с графиками уборки снега, которые разработали вместе с управляющими компаниями и администрациями округов. В график включили все жилые дома, которые необходимо очистить. В ходе проверок отметят число бригад, скорость и качество их работы, наличие технических средств и соблюдение сроков. Затем сформируются отчеты. Телефон горячей линии Госжилинспекции, по которому можно позвонить в случае некачественной уборки снега с крыш, вы видите на экране.